Стамбул. Забрались на крышу отеля Тулуп Хотел, расположенный практически в историческом центре города. Конечно, необычная картина. Снег, чайки и минарет. Вот это сейчас вид на мраморное море. Корабли ждут своей очереди прохода через Босфор. А сам Босфор вот в этой стране. Мы туда сегодня собираемся пойти. Но сначала мы, наверное, поменяем отель. Этот довольно-таки неплохой, может даже довольно-таки хороший, но слабенько работает Wi-Fi, и хочется попробовать какие-нибудь другие отели. Мелкие проблемы с душем, как бы мы не рассматриваем это такое дело. Как повезет. Конечно, в Стамбуле сейчас холодно, где-то минус 1, может быть, снег держится. Гуляют чайки. В отеле включен завтрак. Довольно-таки неплохой, на основе шведского стола. Пойду внутрь.